А сколько играешь? 2 минут 10 минут. 2 темпа 10 минут. 1 за 5? Нет. Каждый по 10. Все правила. Слабо, да, не додал. Жека, прими спину. Жека, спину прими. Молодцы. Неужели, Лёха, неужели? Не, ну лучше, чем пяткой, Макс. Ну ты чего? Лёха, здорово. Жека, молодец, перехватил там нужный момент. Блин, Димка. Мог раньше, да. Ай, Леха, забивай такой. Голова квадратная, бывает, да? Хорош, Леха, поджал немножко. Обокрал в итоге потом сначала. Ай-яй-яй-яй-яй, не забили. Здорово, молодцы. Коля сейчас на скорости обогнал в итоге защитника. Пробил поворотом, жалко не попал. Да, Леха выкидывал пас. Не очень, чуть-чуть неудобно. Слишком близко.
Так, второй раз Дима, по-моему, забивает. Спасся, по-моему, Лёхе. Пас вратарю. Здорово. Пас не точный, пас, конечно, очень сложный. Внимание противника мешает очень сильно. Что там, фалил кое-как, что ли? Эх, жалко, Колька не побежал, он бы догнал этот мяч. Хотя, с другой стороны, сейчас рвать не надо как раз. Сила аккуратно. Пас не точно, а то опасно было проход. Не-не-не, Леха, это было плохо. Лучше бы бил уже тогда. Да, правильно кричал. Серега правильно кричал, дать. Потому что пас был в этой ситуации противника лучше. Дали свободно вбросить, вообще ни одного не держат. Нормально. Больше таких игр уже в этом турнире не будет, свободных. Молодцы, здорово, навесик хороший был. Леха тоже. Куда надо, ударил нормально. Спинади. Блин, опасно. Орожека, молодец. То же самое, неточный пас. Трое, Дима, трое, третьего ищи. Трое, трое уже.
Забил. Сколько хорошо забил. Внешней стороной дальней. Прошли двоих. Хорошо, неточный удар мимо. Пауза. Первый тайм.